Это те, которые приходят отбирают долги по решению суда? Да. Ой, сомневаюсь, вряд ли. А почему? Ну, потому что я узнаю ситуации, что придешь там и так-то бедные. Если они не могут заплатить по своим долгам, то наверняка у них нет лишних денег. И отбирать последние, ну, мне бы, наверное, было тяжело. Смог бы. Работа нормальная. Что получается? Должников же много, надо же. Не знаю, не думала, во-первых, про это. Я знаю, эта работа очень сложная, очень ответственная. Вы знаете, а потом люди всякие разные, у нас такой менталитет. Поэтому, знаете, это сопряжено вообще с риском для жизни даже. Поэтому, знаете, это надо иметь смелость, мужество. Это так же, как работать в МЧС, по-видимому. Поэтому это надо для этого иметь талант. Сложная работа. А в чем конкретно? Так это надо работать с людьми же, с задолжниками. Не, я не смог бы. Никак. Я бы не смогла, меня бы совесть корила. Наверное, нет. Почему? Ну, может быть, и характер у меня такой, что я не могу потребовать или выселить что-то такое. В нашем государстве точно нет. А почему конкретно? Потому что мало честных людей, порядочных. Тем более в судебных приставах тоже.